Добро пожаловать в Атырау! Здесь вы сможете окунуться в историю, узнать тайны великих событий, насладиться уникальной природой и почувствовать красоту и самобытность этого неповторимого края. Одна из главных после реки Урал по значению – это река Кигач. Река протекает на западе Атырауской области. Флора и фауна Кигача очень богата. Здесь можно встретить очень много видов птиц. Кигач – излюбленное место рыбаков-любителей. Рыбалка здесь возможна практически в любое время года и славится своей результативностью. Длина реки 100 километров. По мере приближения к Каспийскому морю она разделяется на множество каналов. К услугам туристов – многочисленные большие и маленькие рыболовные и туристические базы. Посетить реку Кигач можно не только для рыбалки. Одним из популярных направлений внутреннего туризма в Казахстане становится посещение дельты реки, где находятся места произрастания лотоса. Приехав сюда, вы станете свидетелем, как на десятки километров раскинулся живописнейший ландшафт. Каспийские лотосы не только самые северные в мире. За необычайно нежный розовый цвет, отличающий от восточного лотоса, они выделены в отдельный вид.